Начальник цеха водоснабжения МУП УКХ Служаев Валерий Иванович. Сегодня, 18 марта, в районе 15.20 в диспетчерскую службу поступила заявка, что по Советской 26 произошел порыв. Дежурная служба выехала, определилась, что порыв произошел на водоводе диаметром 400 мм, чугунная труба. Была вызвана техника, люди рабочие. В 7 часов утра водовод был отключен. Под отключение попали 32 многоквартирных жилых дома, железнодорожный вокзал, музыкальная школа, детский садик и школа номер 1. К этим домам был организован подвоз питьевой воды поливомоечными машинами. Четырьмя машинами. На данный момент производятся земляные работы, до трубы докопались, порыв обнаружили. А что планируете делать? Ну, на данный момент не скажу, что нужно до конца трубу разработать. Два варианта. Или поставим муфту, или придется менять кусок трубы.